В эти выходные состоялось открытие Олимпиады по русскому языку среди иностранных студентов в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Все подробности в следующем сюжете. Олимпиада по русскому языку проводится каждый год совместно с Комитетом по делам детей и молодежи города Казань и Казанского университета. Здесь собираются представители разных высших учебных заведений. В этом году у нас 14 вузов представлено, включая два филиала Казанского федерального университета. Отбор для участия ведется внутри каждого вуза. То есть не каждый желающий иностранный студент напрямую может попасть на эту олимпиаду. Он сначала должен пройти отбор. Олимпиада дает возможность иностранным студентам проявить себя в знании русского языка. Им предлагаются задания разного типа – аудирование, говорение, письмо, а также задания, связанные со знанием культуры русского народа, различные фольклорные элементы, фразеологизмы, яркие эмоциональные выражения. Так, например, в Казанском федеральном университете мы в феврале проводили письменный тур, отбор, «Попади в команду КФУ». И ребята приходили для того, чтобы проверить свои знания. Из 70 участников мы смогли взять только 18. Это в нашем Казанском университете. На сегодняшний день русский язык является одним из самых распространенных языков по числу говорящих. И, как говорят иностранцы, самое сложное здесь – грамматика. Трудности в упоминании слова. В русском языке слушаем много грамматики, поэтому надо все выучить, а поэтому чуть-чуть мы не слушаем. Трудно просто произношение, например, слова «р», потому что у меня получается французский язык как официальный язык, то есть это будет очень сложно для меня, чтобы произносить слово «р», потому что на русском языке это «р», а на французском это «р». Завершен первый этап сочинения. Прошедший его отправляется на второй этап, который будет проходить 27 марта. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.